Собрали 2 мешка со стеклом и 2 мешка с пластиком. Ну и помимо этого еще ассортированные, не ассортированные, не знаю, сколько лучше. Такие субботники нужно еще здесь проводить на территории? Да, да, конечно. Потребность есть, да? Конечно, конечно. Это участок, который принадлежит фирме Юит. Он выкупленный. Вы можете посмотреть, насколько он большой. То есть в ту сторону и в сторону реки тоже примерно такая же территория. Он занимает площадь 4 гектара. А также администрация планирует построить больничный комплекс за электроподстанцией, который будет в 2 раза больше участка фирмы Юит. Участок очень большой. Соответственно, больничный комплекс тоже планируется, просто огромный. Меня, например, очень заботит данный факт, потому что больница разделит лесопарк на Гаврилова на 2 части. Плюс, как говорят экологи, будет возможно потопление территории, изменение ландшафта. И это все скажется на краснокнижных видах, на тех животных, которые обитают в лесопарке. Они либо разбегутся, либо вымрут. А краснокнижным растениям, реликтам вообще угрожает вымирание тоже.